друзья, всем привет! С вами Дедушка Мороз. Я очень рад, что вам понравились два предыдущих видео с моим участием. Спасибо вам большое. Игорь сказал, что где-то в описании к этому видео оставит ссылки на предыдущих два видео с моим участием. Поэтому, если вы не видели, переходите и смотрите. И, конечно, я бы не был бы Дедом Морозом, если бы не подарил бы подарки нашим детишкам. И сегодня я хочу поздравить их с наступающим Новым годом. Как говорит Игорь, приятного вам просмотра. Как же Дед Мороз и без подарка? Подарочек пойдем тебе подарю. Сани нынче не в моде, поэтому на машине двигаемся. А то сани застревают, много машин, не поездишь особо. А на машине удобно. Вот тебе подарочек от Деда Мороза. Громче скажи спасибо. Пожалуйста, ты себя в этом году очень хорошо вела. Пиши мне письмо, и я тебе еще под Новый год, под елочку оставлю подарочек. Кролика живого хотим. Так что проснешься и услышишь под елочкой маленькое шуршание. С Новым годом вас! Друзья, не забудьте еще подписаться на инстаграм Игоря. Медов, нижнее подчеркивание, Игорь. Я зашел, посмотрел, с чем он там занимается. Так, он там выкладывает бэкстейджи со своих видео. Какое слово-то я выучил? Вот это да. А еще он выкладывает посты каждый день и свои мысли по поводу всего того, чем он занимается. А мы продолжаем делать добрые дела. Привет, внученька! Как твои дела? Хорошо? Ты себя в этом году хорошо вела? Да? А письмо Деду Морозу написала? Молодец! А знаешь что? У меня есть для тебя подарочек. Хочешь подарочек от Деда Мороза? Да? Сейчас мне Снегурочка достанет, а то я дедушка старенький. Это тебе подарок от Дедушки Мороза. Куколка. Ой! Ничто, она в коробочке, с ней ничего не случится. Продолжай себя вести в следующем году хорошо. Я тебе каждый год буду привозить подарочки. Благодарю вас. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. Все, внученька, увидимся еще с тобой. До свидания. Как тебя зовут? Арина. Арина. Хорошо себя в этом году вела? Хорошо, я знаю. Я все о каждом ребятишке знаю. Письмо написала мне? Еще нет, пока. Давай, напиши. Но ты напишешь, отправишь мне мою новогоднюю канцелярию. Адрес тебе мама подскажет. И пока ты будешь спать в новогоднюю ночь, я под елочкой оставлю тебе подарок. И ты проснешься, и под елочкой найдешь его. Но и это еще не все, как говорится в ваших телевизорах. У меня есть еще сейчас тоже для тебя подарочек небольшой. Снегурочка, дай мне подарочек. Вот тебе подарочек. Да пожалуйста, веди себя хорошо в новом году. С наступающим Новым годом тебя, пожалуйста. Ну что, ребята, как говорит Игорь, добро льется рекой. Хотя нет, он так не говорил. Это другую я фразу увидел на вашем ютубе, мутубе. Пойдем дальше дарить добро. А пока дедушка немножко отдыхает и ждет подарки, пока ему доставят его гномики. Игорь мне рассказал, что его смотрит больше 70% без подписки. Но это же не дело. Давайте его тоже поздравим с Новым годом и подпишемся на его канал. И поставим лайк этому видео. Игорю и мне будет очень приятно. Вроде бы я отдохнул. Идем и продолжаем делать добрые дела. А ты знаешь, у меня же есть подарок для тебя. Как Дед Мороз и без подарка? Ты веришь в Деда Мороза? Стесняется маленько.
до Дедушки Мороза еще, не знаю, не очень маленький. Ну, теперь будем знакомы. Держи, тебе подарок от Деда Мороза. Возьми, Ксюша, это от Деда Мороза тебе подарок. Спасибо, Дедушка Мороз. Пожалуйста. С Новым годом, дедушка. Стесняется. Веди себя хорошо и слушайся родителей. С наступающим Новым годом, внученька. И вас с наступающим Новым годом. До свидания. Подожди, у нас же есть еще подарочек для тебя. Я бы не был Дедом Морозом, если бы не дарил подарки, правильно? Да. Правильно. Сейчас моя Снегурочка даст тебе подарочек. Держи. Спасибо. Это большое. Мыльные пузыри. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. С наступающим Новым годом. Спасибо. Тебе. Пока. А стишок-то расскажешь дедушке? Давай, я даже послушаю. Здравствуй, ёлка! Здравствуй, праздник! Здравствуй, Дедушка Мороз! Не боюсь его на руку, пойдём вернуться. Вот так сильно не злая Микки бабушка идёт. Лишь как кошку обнимает, а летит-то золота. Даже сам красивый днючий, с нами песенки поёт. Потому что праздник лучше, потому что Новый год. Всех добрее стали сразу, всех за руки взяли. И улыбки под маской, как фонарики, зажгли. Молодец. Сережа, а ты чего на меня не смотришь? Ты что, меня боишься, что ли? Нет. Нет? Сережа, ты молодец, что выучил и рассказал стишок дедушке. У меня есть для тебя подарок. Вот, смотри, какой автомат. Классный. Когда я был маленький, правда, таких не было. У нас деревянные, знаешь ли, были. А у вас вон современное какое все, вот игрушки. Сказал, мы любители стрелять, постоянно будем и везде, да, Сереж? Только что ходили стреляли, теперь дома будем стрелять. Здорово, спасибо, здорово. Так что слушайся маму, и мы будем, я и мама будем дарить тебе много-много подарков. И учись на одни пятерки. Договорились? Молодец. С наступающим Новым годом. Пожалуйста. До свидания. Как тебя зовут? Ева. Ева? Ты письмо не написала-то? Письмо писала? Ну ты хоть не отвечаешь. Мне же надо прочитать твое письмо. Что ты себе на Новый год загадала? Стесняется. Дед Мороза не каждый день, конечно, увидишь. Я бы тоже бы испугался. Написали мы вам письмо. Скажи, 3 числа, забирал, да, отправили письмо? Уже из-под подушки забрали у нас письмо. Скоро до вас дойдет. Я же знаю, что ты любишь машинки, правильно? Так вот, у меня есть подарочек для тебя. Машинки. Да не за что. Но только слушайся своих родителей, хорошо? И будь хорошей девочкой. И тогда подарочки будут каждый год. Договорились? Все, с наступающим Новым годом. Спасибо тебя. Большое. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Снегурочка, подай, пожалуйста, подарочек от Деда Мороза. О, это современная игрушка. Да, очень-очень крутая, маленьким детишкам нравится. Так что слушайся маму, и каждый год я буду тебе привозить подарки. Договорились? С наступающим Новым годом тебя! Всего тебе самого хорошего! Расти большой, здоровый! Спасибо! Пожалуйста! А стишок знаешь какой-нибудь? А песенку? В лесу родилась елочка. Знаешь, что такое? Давай, спой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, седьмой белым скромная, она была. Да, молодец. Письмо-то написал мне? Да. Да? Когда отправил? Я еще не отправил конверт, когда будет, когда отправлю. Давай. Мама знает реквизиты.
надо на Великий Устюг отправлять. Ну, мама твоя знает, она же тоже раньше писала мне письма. У меня есть для тебя подарочек, ты знал? Нет. Сейчас есть небольшой подарочек такой. И еще один подарочек я оставлю тебе под елочкой в новогоднюю ночь. И когда ты проснешься, подарочек будет там. А сейчас это робот трансформер. Так его вроде бы называют. Это тебе подарок. С наступающим Новым годом тебя. Слушайся родителей. Привет, ребята. Как ваши дела? Родителей дослушаетесь? Да. Молодцы. Письмо написали мне? Деду Морозу письмо. Наверное, еще не успели, да? Скажите своим родителям, чтобы они помогли вам написать письмо и отправить мне. А я прочитаю их в своей новогодней канцелярии. Гномики соберут подарочки, и я приеду и под елочку вам их-то положу. А стишок-то знаете какой-нибудь для Деда Мороза? Давай, Павел, давай, ты первый. Я очень пушистый, пушистый, и на земле тихо, подарок. Молодец. А ты стишочек расскажешь? Да. Давай. Только погромче чуть-чуть, а то дедушка плохо слышит. Белый снег, воду кружится. Да не и на землю тихо падает тоже. И под утром снега поле забелело. Ну ничего, еще доучишь, ничего страшного. А знаете что, я же бы не был Дедом Морозом, если бы не дарил подарки. Правильно. Дед Мороз же всегда дарит подарки. Снегурочка, достань там подарочки. Смотрите, кому-то Майнкрафт, самый крутой персонаж и пистолет. Ну, поделитесь собой. Вы же друзья, ребята. Вы же друзья. И значит, пистолеты играйте по очереди. Ну и все, и здорово, будете стреляться. Слушайтесь родителей, парни. С наступающим Новым годом. Пожалуйста. Ну что, подарочки на сегодня у нас закончились. Но ничего, я уже позвонил. Меня Игорь научил пользоваться этими там смартфонами. У меня-то обычный, такой круглый. Пальцем водишь, и телефон набирается. Но он мне все показал, я позвонил к своим гномикам, и там мне готовят уже новые подарочки. Я уверен, что все из вас, кто смотрит эти видео и кого мы поздравляли, вырастут хорошими и добрыми людьми. И потом будут также дарить добро другим. И я хочу, чтобы на вашем этом ютубе-мутубе было как можно больше таких добрых дел. Ну что, друзья, вот и настало время прощаться с вами. Я надеюсь, вы сделаете мне небольшое снисхождение, так как я давно не появлялся на людях. И все свои добрые дела я делаю ночью, пока спят ребятишки. Честно сказать, мне понравилась ваша эта площадка YouTube Mutub. И если вы хотите, чтобы в следующем году я опять приехал к вам, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите комментарий, что вы будете рады меня увидеть в следующем году. А с вами был Дедушка Мороз. С наступающим 2020 годом. Пусть все ваши желания и мечты сбываются в новом году. Всего вам самого хорошего. А прямо сейчас можете посмотреть другие видео, которые высветились перед вами на экране. Увидимся в следующих выпусках.